Всем привет! Меня зовут Миша Лен, я художник. Мы продолжаем нашу программу «Аугменто. Взгляд изнутри». Каждый раз я буду приглашать вас внутрь своей картины, чтобы вы стали частью ее. Сегодня я хочу пригласить вас в свою акварель «Летающие зонтики». Давайте окажемся внутри цвета, эмоций и летящей музыки. Но прежде чем мы продолжим, я хочу отметить, что все мои картины, которые представляю в каждом эпизоде, не обязательно в хронологическом порядке. Эта акварель была создана в 2010 году для компании Rive Gauche, которая производит парфюмерию. Я хотел создать ощущение ароматов, летящих вокруг стоящей женщины. Так как компания Rive Gauche расположена в Санкт-Петербурге, на картине мы видим архитектуру города. Санкт-Петербург – это мой город. Город, где родился и вырос. У меня с ним связано очень много. Это город Эрмитажа, где я провел много времени, рассматривая картины моих любимых импрессионистов. Это Мариинский театр, где наслаждался выступлениями замечательных певцов и танцоров балета. Это летний сад, где я ходил много раз среди статуй и деревьев. Санкт-Петербург был основан Петром I в 1703 году и был царской столицей на протяжении двух веков. Петр I хотел создать город, который бы назывался Северной Венецией, с большим количеством каналов, которые отходят от реки Нева. Многие из этих каналов были специально созданы. Помимо архитектурных элементов, Санкт-Петербург известен также замечательными решетками вдоль каналов, на балконах, статуями и уличными фонарями. Многие из этих элементов можем найти на картине. Молодая девушка в желтом находится в центре композиции. Весь город смотрит на нее, наклоняясь в реверансе. Это здание, окна, уличные фонари. Девушка стоит, придерживая пальчиками свое платье от ветра, который пытается с нее сорвать. Ее платье соответствует цвету солнца. В руке она держит зонт, защищаясь от дождя и ветра. Другие зонтики других цветов летают вокруг нее в сумасшедшем танце, оставляя ее в самом спокойном месте, в центре урагана. Цвета на подкладке ее платья представляют фирменные цвета компании Rive Gauche. И опять-таки на картине мы видим элементы, которые стали моей визитной карточкой. Это летающие нотные знаки. Разные геометрические фигуры разных цветов парят вокруг всей картины, создавая иллюзию магии. Давайте еще раз почувствуем танцующий ветер и насладимся видом этого удивительного города. Увидимся в следующий раз. Спасибо.